На протяжении десятилетий это масштабное торговое мероприятие не меняет свою прописку. Каждый год в последний летний месяц на улице Гоголя появляются представители лучших фабрик и предприятий республики, чтобы показать брестской публике, насколько активно сегодня развита структура легпрома и в чем преимущество товаров отечественного производителя. Начиная с 6 августа каждые выходные в распоряжении детей и их родителей целая торговая аллея, где можно приобрести к школе все и сразу. Брестским городским исполнительным комитетом было принято решение о проведении ярмарок «Школьный базар 2016». Это решение номер 1093. Стартуют наши ярмарки 6 августа. Приятно порадуют малышей и их родителей не только ассортимент, но и доступные цены. Кстати, представители предприятий подготовили для своих юных покупателей большое количество акций и скидок. Выставка-ярмарка будет работать по выходным с 10 до 17 часов.